Читаем, переводим, что у нас на фотке. Can you swim? Спрашивает она. Ты можешь плавать? И здесь you, вот эта вторая буква, это сокращение сленговое. Can you swim? Ты можешь плавать? Он отвечает нет. No. Она говорит Doug is better than you. И здесь у нас you опять такое сленговое. Because it can swim. Dog, собака, is better, есть лучше, better, сравнительная степень. Хуже будет worse, лучше будет better, самый лучший будет the best. Than, чем. Than you. Собака есть лучше, чем ты. Because, из-за того, что, потому что it can. It – это вообще оно, но собака, она в английском языке неодушевленная, поэтому это средний род. Потому что она can swim, может плавать. Can swim. Can you swim? Спрашивает теперь он ее. Можешь ты плавать? Она говорит yes. Да. И тогда он ее добивает. Then. What's the difference between you and Doug? Then вообще переводится как затем. Но в данном случае это будет переводиться как тогда. What's? What's это what is? В чем разница? What's the difference? Какая разница between you, между тобой? And dog и собакой. Надеюсь, вам понравился этот короткий и простой очень урок. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии, если для вас это ок. Такой подробный, простой разбор, но для начинающих это прям очень хорошо. То я буду делать такие же видео много и чаще. Всем пока!